Начинаем путешествие в страну Garlic Naan и Butter Naan. Ночь 76-й, 9 идти. Здесь только 5-й. У меня сколько идти? Это послезавтра, что ли? Я был очень много раз в аэропорту Дохи, но в парке в аэропорту Дохи не был. Индия классическая, не уверен, что так должно быть. Проехался багаж, замечательно. Приехали. Должна была быть сумка вот здесь, но ее не оказалось. Сделали репорт. Сказала вот эта женщина, что мы завтра... Не завтра, сейчас уже 2 часа ночи. Воскресенье, получается, она сказала, что в понедельник в 9 утра я получу сумку. Я чуть сомневаюсь, но она довольно-таки уверенно все сказала. Ну вот я и в городе. Бля, самое прикольное, что Доха — это один из единственных аэропортов, где не берут теннисные ракетки в терминал. Мне пришлось их сдать в багаж. Естественно, багаж просрали. Обещали привезти в понедельник в 9 утра, но если не привезут, то я без ракеток буду чем-нибудь играть. Надеюсь, кто-то даст. Время 7 утра, за нас фазится таксист. Сейчас поедем. Конечно. Ну что, вот и конечная точка моего пути. Выехал в 5 по Дохе, приехал в 8 утра по Индии. В целом номерок-то неплохой, а стоит 15 баксов, по-моему. Единственное, что доехало. Шампу Total Care. ТВ плоский, ЖК. Угу. Не прикрываются, не стыдно. Так, а вид какой из окна у нас? Ну так, еще более-менее. Как-то так живем. Как обычно, первый прием пищи в Индии, это очень острый. Я раза 4 спросил no spice, он сказал, ну, не, вот так, no spice. Ну, наверное, да. Оказалось, что нет. Chicken masala. Ну, остро. Очень остро. Yeah. Я нашел свой банк. Турнир даже какие-то призы подогнал. Точнее, памятные подарки. Орехи. Грин чили, который я точно не съем. И мишара педжа. А вот еще и какие-то тараканы. Надеюсь, не постельные клопы. И из полотенца. Из полотенцев сделали букет. Какая красота. Это все, что лежало в этом букете. 3 свертка. Ну что, спустя 2 суток пришел мой багажик. Ракеточки целые, струны разные, потому что тоже струны заканчивались. Пришел вчера в 22:20, но вчера не доставили. Тут где-то было написано, а вот, что, короче, там что-то не обосрались, не прислали. Вот, missed connected baggage deliver immediately to HBX. Вот как-то так. Индусы какие-то профессиональные суетологи. Просто одного какого-то позвали человека, собралось миллиард человек. И вот улыбаются в камеру. Сегодня начинаем с пары. Ну, тут нормально понаделали все. Какие-то стенды, что-то еще припилили, приделали. Сейчас покажу еще. Какие-то пресс-конференции, о, кстати, кубки. Такой домой даже не заберешь, если выиграешь. Дополнительное место надо покупать. Вот там дальше мы делаем. У нас еда, вон откуда люди выходят. Попозже покажу. Какие-то еще дески, там вообще людей даже никто не приходит. Местных очень много индусов. Мой партнер по паре, Ник Чапл, готовится. Очень флексибл человек. Гибкий. Гибкость зашкаливает. Профессионал. Вот еще хочу заметить обмотки чемпионские, потому что у меня закончились, и нету других мне дали. Они чуть-чуть перележали, походу, у кого-то в шкафу. Официант на месте. Раджа Буран. Раманатан, катамаран и тонкие ребята. О, нам ракетку поменял. Модный. Теперь на престижах.
отправляемся в еду, в ресторан. Тут написано просто фудкорт. Просто можно свадьбу делать. Ну и в целом, что тут? Кондиционеры отключены. Ничего не работает. Еда, конечно, такая. Что у меня вот вигат? Ник, what we got here on the breakfast? We got some Western breakfast and some Indian breakfast. And what is it there inside? What's that? Open it up, please. Open. Italy? Ooh. It's pretty good, actually. Yeah, you like it? Yeah. Spicy, though. So not for me. I'm only eating here like 2 eggs and it's spicy sauce. What are they like? Special? Oh, nothing there? Not ready yet. Sambar? Soup, very soup for the breakfast. Very spicy, but also good. Very good. And the last one? There is something? Ah, that's the steaks. Some eggs. Oh, that's for me. There Thank you. You. Thank you, Nick. В целом, если не говоришь, что это Индия, то даже как будто бы неплохо все выглядит. Вот. Техника. Высший пилотаж. Бесит, что эскорта всегда слышно. Клаксон на машине работает. Все время бип-бип, 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 бип-бип. А так все ништяк. Время 9 утра, все. Не могу сказать ни матом. Все сильно бьют по мячу. И активно это делают. Нас кроликов привезли на убой. Какой-то сегодня будет плеерс. Церемония, типа открытие. Приехало из всей сетки человек 10. Royal Ritz. Это как Ritz Carlton, только индийский. Тусовочка. Вроде, кстати, никого нет из людей. Сейчас будем на пустых хавать. Надеюсь, что это будет европейская, не только индийская еда. Потому что я уже, как сказал Бекхан на Заундере, сходил в туалет 2 раза. От нервов. А может и нет, Еру. А нам надо уезжать. Дорожка на ужин. Вкусняшка лежит, и просто тебя могут сшибить в любой момент. Сегодня начался четвертьфинальный день. Трибуна битком. Ну, кстати, реально, что-то люди какие-то приходят смотреть, не только родственники. И что примечательно, что все 8 сейнах в одной из четвертых финалах, четвертьфиналах. Короче, из 8 человек 8 сейнах. So, the beautiful gym. Nick gonna explore us. Something. Thank you. It's only for members though. Yeah. You're the main member of the gym. You're the only guy who is like going there. Okay. It's not very popular, but it's a treasure. Really the only thing that works is the treadmill. Yeah? Yeah. It works well. And the rest? The rest? The bicycle. Struggling? Doesn't work. And this thing? How it calls like? Like a rowing machine? Yes. I haven't tried it. I believe it's also not really working. You can try it. Haven't seen anyone use it. Ну там полуфинал пара идет. Вот мы всем проиграли. Они как будто неплохо играют. What you can say about our double match? It's enough, thank you. Сейчас покажу вам офигенный лаунж. Больше ничего нет. Холодильник без воды. Какие-то непонятные штуки. Как секрет был? Секрет был. Somebody sleeping. Yes. Yeah. Then tomorrow. Так, а вот и секретная дверь в плеерс лаунже. А вот чья-то кровать. Я не осмелился там лежать, конечно. А здесь вот вход в кабинет раздумья. Казалось бы, все хорошо, это обычный туалет, да?
Это твое личное дело, куда поворачивать, направо или налево. Как-то так. Я сейчас со второго этажа, вип-кресло. Ник Чаппер. Суперстар. Как будто бы сегодня целый день вот этим занимаемся. Хотя в полуфинал вышли не 25-тысячного турнира, миллиардного, миллионного. Что мы едим в Индии? Рис, белый, чикен, баттер, масала. Единственное острое, что я более-менее могу есть, и лепешки, гарлик нан. И так всю неделю. Даник? Да? Да. Привет. Спасибо. Спасибо. How you like the Indian food? Oh, it's great. Not for me. Not like me. Идешь на турнир, на корты. Вот корты за углом. 12 грозных быков выбегают из ворот, чтобы размять игроков перед матчем. Добежать нужно до арены, где пройдут матчи. Полуфинальный день. Вот так вот. Светочников разрушают просто. Ник Чапл. Первый сеймер турнира. Играет против Рамонатана. Там публика неистовствует. И вон кубок какой-то большой. Матчбол 6-2 в решающем тайбрейке. Рамонатан ведет. Эх, к сожалению, не добрался до премии Грэмми. Но с такими микрофонами невозможно будет домой поехать. Что это такое? Вот тебя вручат, а дальше что делать? Ну, поэтому и не вышел в финал. Все просто. Парное награждение сейчас будет. Там уже что-то сломалось, походу. Те, кому в первом круге проиграли, до финала дошли. Нифига такие огромные кубки, ну это просто бред. Их никуда не положить. Стоп, тут я катаемся. Сумочку сзади положили. Значит, там еще одна. Мой спиди бочек едет. И вот цел. Индийская железнодорожная станция. Not too bad. Not too bad. Да, я в прошлый раз когда было хуже. Вообще выглядит примерно. Ну, нормальный поезд. Это типа какой-то супер бизнес-класс. Ну, такая типа московская электричка. Вроде все не так плохо, как казалось. Блин, в прошлый раз, когда я был в Индии, да, было похуже поезд, да. Добавляют, ребята. So, the food from train. How much do we pay for the ticket? $6. $6? Yeah. Solid. And you get the food for $6 and water. Whole meal, yeah. And how you like it? It's nice, pretty comfortable actually. For $6? Wow. For $6? Good deal. Но мне пиздец не нравится. Это так остро все. Все остро. Вот это остро, вот это остро. Там еще остро, а вот здесь ну так чуть-чуть. Ненавижу. Если есть чистюли среди вас, посмотрите, как вкусно в Индии кушать ручками. В поезде. Индийская вкусняшка. В поезде. Ой, как вкусно. Фу, меня сейчас стошнит. Блин, так, конечно, нельзя делать снимать, но я так сделаю. Потому что, я не переношу этого. Ну и не только они, все так едят. Простите, я тоже кушаю. Пожелайте мне приятного аппетита. Просто посмотрите на это. Так, конечно, очень некрасиво делается, но, блядь. Но ложку придумали довольно-таки давно, ее можно использовать. Какая комбинация, какой деликатес. Beautiful nature. Вот приехали в город Даванджир. Пасутся свинки. Привокзальной площади. Вы просили вернуть кабана? Вот вам.
пожалуйста. Ник просто сказал название отеля Southern Stern, и теперь идет коллективный разум, пытается понять, куда нам ехать. Он почему на навигации показал, и локейшн, и все показал, но у него не получается. Вот 6 человек пытаются понять, где же это находится этот отель. Сейчас пытаются объяснить, надеюсь, мы уедем отсюда. Официальный транспорт турнира практически. Туки-туки. Второго турнира. Нас никто не позвал. Объявляем забастовку. Что говорят, вообще непонятно. Ты должен сначала купить билетик один, потом передать дальше. И там тебе уже приготовят, что ты хочешь на эту сумму. Вот я хочу кофе сейчас. Сами его варить, сколько подают. Пискнул. Сейчас подвинет молочко. Вот это не очень аппетитно, конечно, выглядит, но что имеем. И вот сейчас пойдет. И вот сейчас. Love you too. И вот сейчас. One. И красиво, красиво. Thank you. Нормально, как в Испании, как картада получается. Ням-ням-ням-ням. Убивает блинчики. Ну реально выглядит как блинчик у бабушки в деревне. Ой, вроде как будто бы местная какая-то фирма, только в этом городе. Ничего себе, мы в газету попали с ником. Употребляем местную пищу на турнире. Нормально. Уровень. Играет победитель предыдущей недели. Раманатан. Рам Кумар. Даже победитель первой подачи не всегда попадает. Я сегодня тоже на этом корте играл. Вот сзади, до лужи, которая видна посередине, была тень. И вот все, что находится от лужи и вниз, очень много пыли, и ты просто там как на грунте скользишь, невозможно играть. Я попросил, пришел человек с веником, подмел, но лучше особо не стало. Как будто бы был бы аут, но всем пофиг, но буду по 15. Вот такая красота. Первый сет, тайбрейк, 4-6. Рам, горит. Вау. Сет. Вот вам виннеры 25-ок. Вообще ничего не значит в теннисе. При том, что он еще его и обыграл на прошлой неделе в втором круге. Ха, где-то плачет один яр. Наш типичный день в Давангере. Выходим из отеля, чтобы найти тук-тук. И едем на корт на тук-туке. Пешком далеко, так как мы живем в неофициальном отеле. Нужно как-то доехать. Тук-тук лучшее средство. О, Ник, по-моему, поймал. Или нет? Да, поймал. Нет, не поймал, там кто-то есть. Очень грязное стекло. Вот так мы едем. Стараемся не сбиться. Не убиться. Вот эта навеска наша лезет. Вот мы приехали. Просто тут, чтобы понимали, кафешка. Там еще одна кафешка. Ну, типа, точнее, не кафешка, а здание. И вот турнир. И дальше здание. Всего тут 4 корта. 2 тут. И 2 там. И вот здесь девушка сидит. Фотографирует уже, по-моему, третью неделю подряд. Ника задавили вопросами. Непонятно почему. Сколько стоят обмотки? 300 Меня спалили.
Прикольно долбой, они к нам подходят все время, что-то там спрашивают, расспрашивают, интересуются. Это уже не первый случай такой. И еще все фоточки просто растения сделать с ними. Ну, наверное, все же, потому что они не часто бывают. По-моему, последний раз теннисный турнир был 12 лет назад. Поэтому это теперь наши братишки. Так как со стороны все выглядит красиво, с улицы, но здесь уже поскромнее. Здесь деск. Здесь деск. Здесь как будто бы Players Lounge. Ну, как будто бы и не Players Lounge. Но здесь все игроки обычно сидят. Так, здесь у нас выдают бабки. И что-то там супервайзер сидит, что-то решает. Не знаю, что. Ну, тут какие-то непонятные делегации сидит. Медицинский, закрыт вечно, стрингеры. Раздевалочка. Вот раздевалка, кстати. Тоже скромнее относительно предыдущего. Душ такой, ну, вроде рабочий. Шампуньки даже дали. Туалет. Вроде никто нет. И здесь без дырки, здесь без выбора. Все четко. Идем дальше. Вот здесь корты за решеткой. Как будто в тюрьме сидим просто. Решетки, решетки. Нары. И здесь физио еще. Лучшее физио в мире. Есть еще второй этаж. Вот я сейчас поднялся, но тут хрен пойми что вообще. Самая пустая комната. Могли что-то засунуть. Не знаю, там компьютеры, автоматы, приставки, было бы интересно. И тут VIP-балкон вроде как. Голубой чилит. Ну, отсюда прикольно посмотреть матч. Рам Кумар играет против Камата, против Квалификанта. Неплохо играет чувак. А вот это официальный Players Lounge. Сюда все указатели были, тут даже Wi-Fi нам поставили, но он не работает. Как вы видите, битком тоже. Люди все куда-то испарились. День 12 выживания в Индии. Полуфинал. Кот готовится там. Осталось чуть-чуть. Ну, надо хоть один кубочек увести, как будто бы на сегодня Рама выиграть. Рам сказал перед матчем, сегодня будет битва престижев, ракеток. Он тоже престижем играет. Он говорит, посмотрим, чья лучше. Интересно. Вот это тренировочный корт. Всегда битком. Там играет победитель предыдущий, а финалист предыдущей недели, тот, кому я проиграл. Черт, было близко. Вот эти австралийцы вчера проиграли оба. Но они уже часа три тренируются. Они бесстрашные. Не бесстрашные, неуставаемые, непотопляемые корабли. Закончили с Ником разминку перед финалом. Are you ready? Ready. I mean not. Да, как-то так. Последний матч и потом обратно в Европу. Тяжело в Индии, очень тяжело. Потихонечку собирается, готовится. Еще где-то полчаса можно почилить. В группе ТПМ-чат или еще где-то. Сложившись русско-американские традиции, работа над ошибками идет.